Соревнования на призы губернатора Омской области – это всегда маленький праздник для ценителей красоты и грации. Каждый год турнир дает возможность показать свое мастерство всем участницам, даже самым юным, начиная от 2009 года рождения и младшим. В этом году турнир объединил рекордное количество участниц – 450 спортсменок из Омска, Тюмени, Новосибирска, Красноярска, Самары, Барнаула, Улан-Удэ и других городов. В этом году очень много участников. У нас очень много команд приехало, и очень много омских команд в этом году выступает. Первый раз в этом году приехала Самара. Она к нам еще не приезжала в групповых упражнениях. Как бы очень приятно, что к нам люди приезжают. Каждый возраст был представлен отдельной номинацией. Всего их было порядка 10. Особенно зрелищными удались выступления в групповых упражнениях. Здесь работа с предметом усложняется умением выполнять все элементы синхронно. И как в любом виде спорта, одной верой в себя гимнастки не обходятся. У нас очень много традиций. И, например, вот сейчас мы выступали с мячом. Мы мячи целуем, там говорим, чтобы они хорошо летели. Ну, верим в это. Они все любимые. Надо свой привет любить одинаково, чтобы они тебя слушали, помогали тебе. Это тренер такой? Нет, ну, мне кажется, у всех гимнасток такая, как бы, вера. То, что надо поговорить с предметом, сказать ему что-то, и он будет тебя слушать. Омская школа гимнастики – одна из сильнейших в стране. Именно омички уже много лет задают темп. Евгения Канаева, Ирина Чащина, Ксения Дудкина, Софья Скоморох – одни из тех, на кого хотят равняться. Я занимаюсь уже 9 лет художественной гимнастикой. И как я только пришла, мне понравилось. Я впервые видела выступление Евгении Канаевой на телевидении и решила тоже попробовать заняться. Хозяйки ковра в очередной раз сумели доказать свое превосходство. Омички выиграли все виды программ во всех возрастных категориях, уступив гостям всего 2 бронзовые медали. И оставили кубок губернатора Омской области на родной земле.